Прокуратура Оренбурга считает, что федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрации города реализуют ненадлежащим способом. Такой вывод был сделан после весенней проверки состояния пешеходных зон, наземных переходов, а также светофоров. В настоящий момент в отношении мэрии расследуется дело по статье 37 Уголовно-процессуального кодекса «Халатность». Были выявлены нарушения по неправильной установке и организации систем безопасности дорожного движения, дорожных ограждений, пешеходных ограждений, которые были установлены не по ГОСТ. Кроме того, данные поставленные ограждения имели дефекты. При этом же те места, где они должны были быть установлены, были проигнорированы мэрией. Прокуратура отметила, что свои обязанности в дорожном вопросе администрация города исполняет с многочисленными нарушениями. В том числе не утверждает вовремя схемы системы управления движением транспорта. До 1 июля мэрия, согласно предписанию, должна исправить все недостатки, то есть внедрить такую систему в инфраструктуру.